Отдай М-ку этому. Хэппи отдай. А я. Move it!
I'm bringing out the hostages. Идите, я останусь смотреть базу, если что. Grenade out! Decoy.
suspect. Throwing fire. Throwing smoke. Grenade out. Flashbang. Grenade out. Throwing fire. Incendiary out. Stages. Хорош, молодец, молодец. Я тебя на шерстик пожарю. Ой.
Заведите кто-то за нас, пожалуйста. Заведите кто-то за нас. Вы же такие террористы, вы читы используете. Зайдите кто-то за нас, пожалуйста. Всем здорово. Они читаки. Они не читаки, на этой карте всегда можно чем-нибудь. Эта карта, я уже тут 100 раз играл. Тут самые настоящие профессионалы на этой карте. Не всегда. Всегда. Я играю, так что не всегда. Но по-твоему они с читами играют? Если бы они были с читами, они бы жестко выглядели. Это может вы топаете, они вас слушают, ну из-за угла убивают. Естественно, они будут сюда стрелять, потому что, ну, очевидно, сюда много кто идет. Тебя вообще непонятно, понимаешь? Я понимаю, что они меня не слышат. Я с вами говорю, ребят. Да ладно. Бля, ребят, я забыл, что они не слышат меня, ёкарный бабай. А чё хочешь сказать? А ты её тоже что не забираешь за вас? Это мормон. Да, ребят, это мормон. А ты террорист ютуб? Это мормок, это мормок, у него 5 миллионов подписчиков плюс. Я знаю его голос, это не очень похоже на мормок. Это мормок. Чем докажешь? Голосом? У каждого человека может быть такой голос, практически. У тебя же не может быть так. Ну а что, только у мормалка может быть такой? Может у него, может у еще у кого-то есть. У кого? Да хоть у кого. Этот голос, он просто изысканный. Изысканный? Тогда давайте блюдо, что ли, с этим голосом и с изыскан.
Мармок, какой харе? Обычная хара. За Мармока и в рот платим, и жопу дам. Они через нас мало все время тащат, это не честно. Мармок, у тебя же 12 миллионов подписчиков. А вот 4-15. До свидания. Чё ты орёшь? Я не понимаю. Ой, ты дикий что ли? А чё, ты что, да, видео дикий, снимаешь? Нет. Ты дикий, но... Меня просто бесит, что они каждый раз... Надо просто с аккаунта фейковый... Мармо! Ну я разбрасывал фишки как бака просто. А я заложника не нанес. Хотел заложника донести. Это же Мармок, вы что, не знаете Мармока? Да я знаю его. У него 12 миллионов подписчиков. Ой. А я его не знаю. Ну я знаю А4. И у него уже их почти 15 подписчиков. Ой, 15 миллионов подписчиков. Мармок, тебя убили, как так? Но! Мармок, а сколько тебе лет? Мармок, а как тебя зовут? Мармок! Ну да, ну допустим, Марин. Бля, а у тебя такой голос, а как у Мармока? Да типа? Ладно. Ты пиздец. Да не говори вообще. Ебать мой хуй. Ты не матерись, пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Натуре. Это ж Натуре Мармо. Да ты не знал? Это в Натуре мы проигрываем. Be
Throwing a grenade. On top. Один коридор. Круто, ребят, сорян, ну мышка купленная новая, но у нее сенсор срывается. Ты настоящий? Да ну, Лен, ну не может быть так. Ну, голос очень похож. И он как, ну как... Сенсор срывается. Дэксп. Чего-чего? Мышка Дэксп. У меня оклик Миш. У меня Блуди. Мишка. У меня там мышка. Короче, 6600 она, это, как сказать, секунду движения дает. Мармок. Чего? Круто. А тебе нравится быть мармоком? Конечно. А поставь на аватарку мармок, напиши мармармок. Вообще-то у него написано Моки. Насрать.
Ты будешь мармоком? Это типа твой второй аккаунт или что? Я что-то не могу реально понять, не догоняй. Голос тот, а аккаунт прям вообще нубяра. Я знаю. Да ё-моё, а! Я просто ядрю в такие дни. Да вообще, не так, вообще не фартит. В натуре. С ромбиками никак не могу справиться. Тебя еще и мышку давно. Согласен с тобой. С мармок. Ачки. А вы ко мне у вас одного челика, а я за вас зайду. Ну не знаю, ну там все челики нормальные. Ну ладно. Кроме меня, конечно. А ты добавишь меня в друзья? Давайте, чтобы... А ты добавишь меня в друзья, Матля? У меня, в принципе, сейчас лень, я не хочу. Ну, пожалуйста. Я не хочу, не. У него аккаунт, донат-то, а чё? Escorting the hostages.